Всем доброго времени суток. Наверное, многие ждут обзор на новый электрический плиткорез для крупного формата. Все это время я тестировал эту систему и уже приступил к монтажу. Думаю, что через пару недель будет готово, а может и раньше. Так что подписываемся на канал и, чтоб не пропустить самое интересное, жмем на колокольчик. А теперь поехали! Итак, после того, как мы вычислили верхнюю точку, в неровных местах выставляем пятачки. Здесь мы подняли маяк, а с другой стороны он лег прямо на стяжку. Далее устанавливаем маяки. Просто ложим маяк на пятачки и придавливаем правилом. Таким образом маяки устанавливать быстро и точно. А здесь мы уже протянули стяжку. Толщина стяжки у нас от 6 мм и до 10 мм, то есть чистый ЦПС нельзя, слишком тонкий слой. И поэтому мы разбавляем с плиточным клеем 50 на 50. После того, как все высохло, удаляем маяки и счищаем лишнее. Почему мы удаляем? Дело в том, что любая стяжка имеет свойство садиться где-то миллиметр-полтора, и маяк получается выше стяжки. А чтобы все было в один уровень, маяки пришлось удалить, а стяжку слегка подкорректировать. После того, как выровняли полы, подготавливаемся к укладке керамогранита. В следующем видео я покажу все поподробнее. И да, у нас появилась новая система ТЛС, и мы также ее тестируем. Вот про все это наш следующий обзор. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.